Что-то ужаснулись, упали. И какой впереди сидит, это уже он особым авторитетом пользуется. Что-то не помещается. Это как после сновидения. Ничего не прожует никак. Глянула сразу, мгновенно выключил. Еще ушел, провалился в преисподнюю. Интересно как. Крестное знамение, даже только руку кверху поднимая, они все падают в обморок. Вот здоровый мужик, мигом. А еще ужас. Когда камеру к рту это открываешь, вот эту кормушку-то, а там женщина, первая там, я только глянул на нее, она в обморок упала. Нормальный конь, да что? Приветствую вас. Мир вам. Мы православные христиане. Мы православные христиане рассказываем о Боге, о жизни вечной, о том, что будет суд Божий. Я как понял, вы, наверное, мусульманин, да? Да, все верно. То есть вы верите в Аллаха, и что за гробом будет суд Божий? Да, конечно. Да. У нас, мы как православные христиане, мы верим также, что Бог, Творец, послал в мир Сына Своего Единородного, Иисуса Христа, который был распят на кресте и пролил свою пречистую кровь за нас и взял все грехи мира на себя. То есть Бог Отец через это явил свою любовь к своему творению, то есть послав Сына Своего в мир. И Он на третий день воскрес. И все, кто верующий в Него, получат прощение грехов и жизнь вечную. Это главное свидетельство, то, что мы несем в мир. Господь, идите, говорит, проповедуйте Евангелие всей твари, то есть всему человечеству, всем людям. Также Господь Иисус Христос сказал, я есть путь и истинная жизнь. И никто не приходит к Отцу, как только через Меня. То есть путь на небо именно через Христа, через веру в Него. А веру мы получаем только когда начинаем читать Слово Божие, то есть Евангелие. У вас какие-то вопросы есть? Ну, я вообще не по этой тематике, я тут о наболевшей теме интересной. Вы про восстановление Советского Союза слышали? Что именно? Ну, то, что собираются и уже практически восстановили Советский Союз, стали выдавать советские паспорта 74-го образца, вот, и хотят вновь возродить СССР. Не знаю, впервые даже слышу об этом. Серьезно? Конечно. Ну, то, что партии есть, это коммунисты, вот я знаю, а то, что вот, чтобы так возрождалось. Туда никто не пойдет, там ГУЛАГ, смерть. Ну. Нет, это не тот Советский Союз, о котором вы сейчас подумали. Это именно 70-е золотые годы Советского Союза, когда была хотя бы как минимум человеческая справедливость. И именно об этом речь. Не знаю. Это только если Господь попустит по грехам нашим, как говорится, этой власти опять заново прийти. Именно они же люди-то неверующие. Они веря, куда, да, она, не веря, куда она приводит. Только к аду, к вечным мучениям, больше ни к чему. Даже если бы, насколько бы они казались, не старались сделать настолько справедливое общество, без Бога, это ничто. Это просто люди идут в ад прямой дорогой. Я согласен с вами, да. Советский Союз, он, конечно, был сильной державой, но базировался, к сожалению, на атеизме, материализме. Духовности там им точно не помешало бы. Да, и этим самым и закончилось все, то есть все разрушилось. Потому что все старались сделать без Бога, строить. Есть очень, только вот я вот сам к Богу обратился, 26 лет, сейчас мне 40 лет. Вот, и мой путь был такой искательный, я где-то примерно с 17 лет начал задумываться о поиске смысла жизни. То есть у меня родители были неверующие, а я тем более родился в советское время. То есть о Боге в основном я ничего не слышал. Там, может, где-то икону видел, а в основном не задумывался. И вот когда в руки попало Евангелие Святое, Святая Библия, я понял, в чем именно человеческий смысл жизни. То есть надо жить для Бога, исполнять Его святые заповеди, и Господь обещает рай. А если не будешь исполнять, тебе ад кромешный. Вот, то есть, вот наша Библия, вот православная. И был такой поэт Никитин Иван Савич. Это 19 век. Он говорил, у него есть такое стихотворение. «Измученный жизнью суровой,
не раз о себе находил в глаголах предвечного слова источник покоя сил, как дышат цветы и звуки божественным чувством любви, и сердце тревожного муки, как скоро смиряют они. Здесь все в чудно сжатой картине представлено Духом Святым, и мир, существующий ныне, и Бог, управляющий им. И сущего в мире значение, причина и цель и конец, и вечного Сына рождения, и крест, и терновый венец. Как сладко читать эти строки, читая, молиться в тиши, и плакать, и черпать уроки из них для ума и души. Вот такое чудное стихотворение он написал. Да, согласен с вами. Еще мы вам хотим сообщить наши ресурсы. У нас есть на Ютубе канал, он называется «Открытым оком во свете Библии». У нас там роликов 13 700 видеороликов наших личных. Да, то есть мы постоянно, ежедневно выставляем видеоролики. Ну и вся наша жизнь освещается. У нас две общины. Мы сами с города Барнаула, Алтайский край. Вот. Но у нас также есть от города Барнаула, 150 километров, строится православная деревня. У нас там основано на пяти качествах. То есть человек должен доказать, что он не пьет, не курит, не матерится, не ворует, не лжет. Только тогда он может у нас поселиться. Вот, и это все у нас заснято. То есть, как мы там живем, что мы делаем. У нас детский православный лагерь 45 лет существовал. То есть, вот сам Игнатий Игнатьевич, он начальник лагеря. То есть, он много может даже полезного рассказать. Если у вас какие-то вопросы есть, можете задать. У него богатейший опыт есть. Именно вот в беседе с людьми, по скайпу, ну, вообще везде. Выступал в разных организациях. Ну, сейчас уже, извините, время позднее, уже, наверное, спать пора. Я даже не знаю, что спросить. Но вы заходите на наши ресурсы, даже вот под этим названием «Открытым оком во свете Библии». У нас есть сайт и форум. Просто в интернете вводите, и это все у вас выйдет. Вот. Хорошо, я все. Изучу, спасибо все. Большое. Бог помощь вам. До свидания. Вам да, тоже. До свидания. Мир вам. С миром. Моисей. Мир вам. Мы православные христиане. Рассказываем людям о Боге, о вечности, о спасении души. Не хотите ли послушать? Хочу. Бог, сотворивший небо и землю, послал в мир своего единородного Сына, то есть Иисуса Христа, который пришел, чтобы спасти человечество от грехов, был распят на кресте и на третий день воскрес. То есть своим вот этим, своей жертвой на кресте Он берет все грехи мира на Себя, чтобы человек, вера в Него, в эту жертву, имел прощение грехов и жизнь вечную. И все это согласно Слову Божию, то есть, как говорится в Святой Библии. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Господь Иисус Христос так говорит: «Я есть путь и истинная жизнь. Никто не приходит к Отцу Небесному, как только через Меня», то есть через Иисуса Христа. Путь на небо. А если человек не... В меня поверь, понимаешь? Знаешь, понимаешь? Поверь в меня, если получится, понимаешь, твои слова. Это Христос говорит, а это не я говорю. Ну, твои слова, я Гитлер, понимаешь? Поверь в меня, я все сделаю. Это Христос говорит, что поверить в Него надо именно. Он есть путь. Гитлер сказал тоже так, поверь в меня, я все сделаю, понимаешь? Я в себя не говорил. Гитлер сказал... Не говорил. Смотрите, я вам также вам сообщу, что у нас есть на Ютубе. Знаете, что такое Ютуб? Видеоролики, где выставляются. Есть у нас канал на Ютубе, называется «Открытым оком во свете Библии». Там у нас 13 700 видеороликов. То есть, если вы зайдете туда, много полезного узнаете для себя. В первую очередь, для спасения своей души бессмертной. Также у нас есть сайт и форум под этим же названием «Открытым оком во свете Библии». Ну все. Извини, пожалуйста. Просто и слова говорить, понимаете, что я не просто не понимаю. Что ты понимаешь, Иисус, а что Иисус? Иисус Христос, это и есть Господь Бог, который будет после того, как мы умрем, судить нас, согласно своей Святой Библии. Дайте, Игнатий Иванович, Библию.
12. Евангелие от Иоанна, 12:48. Господь говорит: «Отвергающий меня и не принимающий слов моих, имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день». То есть Господь, когда мы рождаемся в мир, для чего мы вообще рождаемся? Смысл человеческой жизни. Чтобы узнать, кто такой Бог-творец, исполнить его святые заповеди и унаследовать жизнь вечную. Нет, зачем мы рождаемся? Похоть. Похоть от того, что мужчина с женщиной, а рождается смысл человеческой жизни. Для чего вообще существует человек-то? Зачем рождается, скажи, пожалуйста, похоть? Сначала похоть. Потом начинается смысл жизни. Я вам говорю о смысле жизни. Тут и так все понятно. Смысл жизни делаешь. Смысл человека. Ты сначала смысл жизни делаешь, понимаешь? Ты ищешь кого-то для смысла жизни, блядь. Вы только не ругайтесь. Я не ругаюсь, вы, пожалуйста, что я кого и мата, проси, пожалуйста, меня. Я вам все пояснил. То есть перед вами значит, вот. Значит, сейчас вы действие, понимаете, да? Подождите, Меня зовут Олег, как вас зовут? Меня Владимир. Владимир, значит, Владимир, вы сейчас действие, понимаешь, вы смотрите, женщины не стеялись всегда в жизни. Не стеялись. Ну, не врите. Главное не врать. Не врать. Мужчина, подождите. Я явился в этот чат-рулетку с той целью, чтобы людям возвестить о Боге, а не рассказывать о своей какой-то частной жизни. Врешь, понимаешь, я тоже врать могу. Я тоже красиво врать умею. Я человек верующий. Я человек верующий и боящий Бога. Я никогда не лгу. Сказал, женщина был? Владимир. Женщина был? Скажи, да или нет? В прошлой жизни, да. Ну так, что да. Это все было до уверования во Христа. Сейчас мне уже... А что, как тебе уверился женщина сейчас? Я вам, главное, возвестил путь спасения, а перед вами стоит выбор. Тьма или света? Сейчас, мужчина, я с вами прощаюсь. Вы устали разговаривать, понимаете, если бы у вас были какие-то духовные вопросы, я бы с вами ответил бы на эти вопросы. Адекватные. Что? Адекватные разговоры, понимаешь, у меня дети, это же седьмая, то же самое, есть семья, знаешь, как бы, я хочу, знаешь, как бы все это разновесие. Но для этого я вам сказал о наших ресурсах, там много найдете полезного для себя. Я также о семье, там на все вопросы есть ответы. Заходите, узнайте. Это наш православный сайт, вот под этим названием «Открытым оком». И форум. Понимаешь, просто уходишь, понимаешь. Я испугался, я ушел. Я хочу разговаривать. Я испугался. Ну, я тоже могу так. Я испугался, не буду разговаривать. Понимаешь, будь мужчиной, я мой. Разговариваю, доказываю свое я, что Бог, и Бог, да, что я же не понял, поступаю. Все, спаси Христос вас, с Богом. Храни вас, Господь. Все, слова. Да. Большие слова, знаешь, а то я должен думать сам. Да. Равнять судьбу к себе. Если будете молиться, Господь просветит ваш разум. Знаешь, мне нужно, понимаешь, я сейчас скажу тебе. Владимир, ты же всех понимаешь систему. Разговор, понимаешь? Я хотел бы помощи. Мужчина, я вас немножко перебью. Я верующий во Христа, а Господь говорит: идите, проповедуйте Евангелие. Он мне не сказал: идите, обсуждайте с кем-то свою личную жизнь или что-то другое, или старые прошлые грехи свои. Он говорит: проповедуйте Евангелие. А Евангелие — это благая весть, что в мир сошел Спаситель. Он умер за грехи мира и воскрес на третий день. И все, кто верит в Него, также воскресит для жизни вечной. Все, это вся моя миссия. Он говорит: когда идете проповедовать Евангелие, никого не приветствуйте на дороге. То есть мне главное возвестить вам. А уж за вами выбор, как вы выберете, пойдете вы за Христом или не пойдете. Или будете в вечности гореть в огне вечном, если вы не пойдете за Христом, с дьяволом и ангелами его, падшими ангелами. А если не примут где? Ты вот пошел, а тебя не приняли. Вот. Что делать надо? Отрести прах свой. Прах отрисает человек, говорит, в судный день эти пылинки будут свидетельством. Я слышно скажу тебе, отец бородой. Я Бог пришел,
А когда копыта один из бороду приходит ко мне, понимаешь, ты Богу приходишь, понимаешь, я говорю, не тебе пришел, я Богу пришел. А вы бороду зачем бреете? Бороду зачем бреете? Не тебе, знаешь, это мне было, понимаешь, мне был такой, я был. Нет, вот сейчас вы без бороды. Почему без бороды? Я пример привел. Раньше был в храм пришел, там сидели. Ты... Все, он говорит, в храм пришел. И там, на иконах все с бородами. Обед. Я был пришел. А ему сказали в храме, что у нас сейчас обед. Сказали. Ну, может быть, и сказали. Но главное, борода-то, почему без бороды вы? Я такие же умные были, такие же, знаешь, я закусился. Прости, пожалуйста, я же извиняюсь. Ну все, да? Я извиняюсь. Все, с Богом. Вы сами в это верите? Конечно. Серьезно? Конечно, мы верующие во Христа, православные христиане. Мы верим, что в мир сошел Спаситель, который умер за грехи мира и свою кровь пролил, и веруя в Него, мы имеем прощение грехов. И Он нас воскресит для жизни вечной. Сам воскрес. А как тебя зовут? Владимир. Владимир, а ты не думаешь, что это грех, то, что ты сейчас делаешь? Нет, конечно, потому что я проповедую людям Евангелие, Святое Евангелие. Который... Первый раз слышу, что проповедь грех есть. Это что-то... Именно так, это грех. А почему вы не придете и в церковь не скажете это? В церковь собираются люди уже верующие, которые верят во Христа, в Бога. В церковь вот каждую неделю. Так мы тоже ходим. Почему ты не придешь и не скажешь об этом? Так мы в храм-то тоже ходим, в православный. Каждую неделю, субботу и воскресенье. Ты скажи, что там у нас все есть. Нас увидит она. Дело в том, что у нас на Ютубе есть канал, вот который мы сейчас вам показывали, плакат «Открытым оком во свете Библии». И там все, как там... мы... Ты делаешь для того, чтобы собирать деньги. Не деньги, а людям говорить о Боге, о Христе. Деньги. Зачем нам деньги, когда Господь нас послал? Идите, проповедуйте Евангелие. Притом это... Если я захочу, я делаю пожертвование. Это что? Ну, делайте пожертвование. Господь говорит, блаженнее давать, нежели брать. Правильно? Ты знаешь, кто? Что-то... Ты мошенник. Вот так. Все, договорились. Ты мошенник. И я не хочу тебя пожертвовать. Так, ну, может, и я тогда от него возьму разговор. Может, и я мошенник? И ты тоже мошенник. А вы зарядите мое имя, фамилию в интернете и посмотрите, кто я. И тогда узнаете, что я всю жизнь посвятил детям. Начальник лагеря. Без помощи государства 1000 детей поднял. У меня нет ничего, я все отдал. И меня... Сколько у вас детей? Что? Сколько у вас детей? Сколько детей в лагере? Ну, сколько, я не могу сказать. 1005. И без помощи государства 45 лет. Вы вдумайтесь в это. Ни рубля государство не дало. Вы зайдите, вот которые показали ресурсы. С нуля строим православную деревню, где не пить, не курить. Вы отрастили бороду, вы думаете, что вы... А мы не думаем об этом. Мы не думаем. Когда я проповедовал, нас в это время власть гнобила. Меня в 5 тюрьмах томили. Я остался живой. Я только верю, это ага. За меня грешного. Мир вам, мы православные христиане, людям рассказываем о Боге, о Христе, о вечности, о суде Божием, о смысле человеческой жизни. Не хотите ли послушать? Ну, давайте чуть-чуть расскажем. Человек, когда рождается в этот мир, он рождается для того, чтобы познать, кто такой Бог, Творец, исполнить Его святые заповеди и унаследовать жизнь вечную. Бог по своей любви, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. То есть в мир сошел Спаситель, это Иисус Христос, который своей жертвой... Погоди. Слушай, я смотрю, ты прошаренный в этом вопросе, чувак, да? Я православный христианин, я верующий. Не-не-не, я говорю, вы, я смотрю, очень осведомлены в данной теме. Конечно, я же Библию читаю. Значит, смотрите, у меня просто есть несколько вопросов. Подождите, я вам сейчас кое-что сообщу, а потом зададите свои вопросы. Ну, я не... давайте, хорошо. Да, я вам просто хочу показать, что у нас на Ютубе есть канал «Открытым оком во свете Библии».
У нас там, называется? У нас там 13 700 видеороликов. То есть очень много видеороликов. Это все наши там засняты. Там много, узнаете, полезного для себя. Под этим же названием у нас есть сайт и форум. То есть заходите, и даже много, на многие свои вопросы найдете ответы. Все, я вас слушаю. Я хочу в режиме онлайн просто получить ответы на свои вопросы. Ну, то есть, типа, вот сейчас с вами общаться и... Ну, задавайте, задавайте. Вы же знаете, Господь сотворил человека. Да. И Господь, Он всех любит. Всех людей любит одинаково. Не всех. А кого Он не любит? Грешника. Он любит раскающего грешника, но не любит грешника. Он их ненавидит, он их уничтожает. Как это было уничтожено в Библии, описано событие Содом и Гоморра. Когда мужчина на мужчине женился, женщина с женщиной и так далее. Что у нас сейчас тоже в этом мире творится. Почему есть наводнения, особенно вот там в жарких странах, где вот эти все пляжи, где гомосексуалисты различные. Хорошо, но в Африке, по-моему, не так много геев и лесбиянок. Почему тогда Господь наказывает африканских детишек, морит их голодом? Он их не морит голодом, там же зависит от человека еще. А, то есть от человека все-таки зависит? Конечно, он же, человек-то сотворен по образу и подобию своему, то есть у него есть свободная воля. Он может творить добро, а может зло творить. Ну, африканские детишки, они еще не настолько взрослые, чтобы творить зло. И вообще еще не настолько взрослые, чтобы осознавать, что такое зло и добро, но они мрут пачками. Это же воля Божья. Смотрите, человек сотворен для вечности. То есть человек, чело направлено в вечность. То есть наш разум. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. И когда дети умирают, мы не знаем, где их участь. А в основном, как дети, если они безгрешны, они попадают в рай, то есть в Царство Небесное. Этим все оправдано. Мы же не знаем. Бог решает, Он судья. Он допускает и войны, Он допускает и голод. И все это в основной своей части идут как бич Божий. За наказание, то, что люди, чтобы людей подвинуть покаянию, чтобы они обратились к Богу, стали молиться. Люди-то допустим, они молятся. Вот 4 года с 41 по 45 люди молились. А почему же он сразу на их мольбы не среагировал и не прекратил вот эти кровопролитные войны? А это мы вопрос Богу не можем задавать, потому что у него свое есть видение на все это. Господь допустил советскую власть как наказание русскому народу. Не шли к Богу, не стремились. И Господь вот привел такие... Допустил путинскую власть как наказание русскому народу. Даже сам Владимир Владимирович Путин сам за себя будет отвечать перед Богом. Это понятно, но да. Господь же допустил Владимир Владимирович Путина допустил. Уже на перед россиянами. Он допустил, а наша задача молиться за царей начальствующих. Это в Библии написано. То есть мы должны молиться, это вам четко показывает. Я не хочу молиться за человека, который меня заставляет работать до 65 лет. А что, ему это плохо разве? Конечно, плохо. Я хочу, как, например, вот в Европе, поработать лет до 50, а потом отправиться в путешествие. Почему в России, например... ветераны Великой Отечественной не могут себе позволить очень многих вещей, а в Германии, не победившей нашу страну, ветераны в той самой Второй мировой войны очень много себе могут позволить. А то воля Божья. Вот смотрите, перед вами сидит человек, ему 80 лет. Его зовут Игнат Тихонович. Вот можете с ним поговорить. Очень приятно. Да, и он вам на все ваши вопросы ответит. Согласно своего опыта житейского. Какой у вас красивый котик. Котик, да. Так вот, я так и не получил ответ на свой вопрос. Вот вы мне говорите, что я должен молиться за царя своего, да, то есть Владимир Владимирович Путин. Я не хочу за него молиться, он меня заставляет работать до 65 лет. Я, скорее всего, даже не доживу до такого возраста. Зачем мне для него молиться? Я хочу его свергнуть. Знаете, вот когда возьмем правило на улице где-то. Красный свет горит, а никого нету. А я что должен стоять-то? Ну, будешь ехать, и тебя зафиксируют, и права отберут. Ты уже попал в эту колею, система. Так вот, Слово Божие, Господь говорит, для нас правило, молитесь за царей и за начальствующих, чтобы проводить жизнь безмятежную, без революции. Это повеление Божие. Я каждый день молюсь за Путина, за Порошенко, за Эрдогена, за Трампа, всех, которые знают, за Кадырова.
Потому что мы связаны с ним. Я ему подарки сделал, книги свои. У меня 38 томов вышло. И получил благодарность. А то есть они будут заставлять нас работать до 65 лет. Они будут урезать нам зарплату. Они нас будут обворовывать, обманывать. А мы должны за них молиться. Там не надо условий не ставиться. Подождите. Вы знаете правила какие? Правила даются и уже не спрашивают. Правила. Я должен его выполнять. Молиться. Все. А кого вот хороший будет, а я буду определять, хороший или плохой. Бог избавил от этого. Если молитва недостоин, молитва его не достигнет. А зачем вы молитесь о нем? Повеление Божие. Я слуга Божий. Я обязан это делать. Вот вы, я говорю, хотите быть благословенными? Вот я разговариваю, я в разных университетах вел занятия, программы. У меня 41 книга вышла из печати. И я говорю, хотите быть благословенным? А что такое? Ну, благословение, когда жена тебя любит, не изменяет, дети растут, работа хорошая, до 50 лет, до 45 уже пенсию дают. Согласен жить? Поезжай в Норвегию. Там как раз все это есть. Но налог подоходный там 60% берут с олигархов, а у нас 13%. Тут вопрос на вопрос. Я рассказываю сейчас. Я и говорю, скажите, что такое благословение? Ну, когда все хорошо. А проклятие? Проклятие, когда все плохо. Сын наркоманом растет. Так вот, два столба есть, между которыми все остальное. Первое, 12 глава книги «Бытие». Авраама первого Бог избрал, по-мусульмански Ибрагим. Это одно и то же имя. И сказано, семя твое будет владеть миром. Если кто будет проклинать, будет проклят. Поэтому никогда не проклинай евреев. А как? Они евреев все захватили у нас, вся юриспруденция, печать в их руках. Я это знаю. Я очень хорошо это все знаю. Но мне повеление от Бога дано. И я молюсь за них. Ну и что? Ко мне привезли вот сюда, вот я где сижу, еврея. Ну, это другая комната там была, в другом месте еще были. Еврея, Наум Израилевич, чистопородный еврей, показать, вот он там к Богу, баптисты были. Он у меня полтора часа побыл и вышел православным. Сейчас православный батюшка. Бороться надо. А мусульмане головы везде режут, надо бороться. А мы в доме Мулы ночевали, в Баку были, когда в миссионерском... Мы общаемся 10 минут, у меня пока только нежелание резкое проявляется быть православным, честно говоря. Я хотел вам сказать, что повеление Бог дает, мы молимся, и Бог располагает сердца. А проклятие... А как тогда насчет призыва в армию? Я вам сейчас вот, знаете, вам показали, вы не записали где-то. Эти вопросы я вам скину. Надо писать заявление, если вы верующие. Что мы... Вот сын идет когда в армию, но до призыва хотя бы 3 месяца. Закон такой. И мы пишем заявление. Я такой-то там, Иванов, Петров. Не отказываюсь быть в армии, но у нас не положено убивать людей. Написано заповедь. Да. Любите врагов. И только альтернативная служба. Согласно 226 статьи закона, все это пишем. И наших людей в армию не берут. Мы православные. Но мы не подчиняемся вот этим законам, когда убивают друг друга. Патриарх там с Путиным рядом. И они решают. А на нас это не действует. Почему я должен принять на себя? Когда ты будешь идти прямо, тебя будут бить. Я верующий. Меня за веру арестовали. Я 5 тюрем прошел. Но вернулся живой. Но мы отстояли эту свободу. Хорошо, я поняла. Но просто скажите, в армии же не предугадаешь, что когда будет. И если будут какие-то военные действия, православные люди, что они должны делать? Убежать оттуда? Когда наступит война, всех мобилизуют. И кто не идет в армию, их расстреляют. Мы уже обрекли себя на это. Но мы воевать не будем. Мы будем, допустим, на минном поле раненые лежат. Я подорвусь на мине, но спасать полезу. Но убивать не буду. Я могу окопы рыть, но заряжающим быть, корректировщиком снарядов не буду. Мы это все обговариваем. Клятву нельзя давать. Бог запретил. Мы верующие, настоящие православные. Понимаете? У нас мир, хорошие отношения с мусульманами. Я вот в Баку был, в доме Мулы ночевали. Ходили вместе, мечеть молились, а потом храм. Мы проехали, и мы в Барнауле находимся, до Владивостока и до Лиссабона, Прибалтику и Скандинавию. И я в каждой библиотеке дарил свои книги, 38 книг. Можно я все-таки повторю свой вопрос, на который я так и не услышал ответа? Вот сравниваем ветерана нашего и ветерана немецкого. А Бог, получается, любит ветерана немецкого больше, чем нашего, правильно? Правильно. А почему? У меня отец без руки. Вообще, а почему Бог вообще кого-то любит больше, кого-то? Нет, я вам отвечать хочу.
А вопрос задавать легче, чем отвечать. Вы сами согласитесь. Я в опыте имею. У меня отец вернулся с фронта. Вот такая рука у него такая. Одна рука. И 10 ребятишек. 5 сыновей, 5 дочерей. И у нас в налог все забирали. Мы мороженое, картошку подбирали. Но никогда власти не хулили. Мы этого не слышали никогда. Мать героиня. И мы с 5 лет уже работали. Пасли с отцом там, чтобы заработать что-то. И все выросли, ни одного больного нету. А они, немцы, на ровном месте вздыхают. Мы в Германии были. Почему к ним так? Бог это знает. Нам в Божьи судьбы нельзя вникать. Мы только что на днях похоронили человека у нас. Он 30-летний. Нырнул и ударился головой. 7 позвонков разлетел. Он 17 лет лежал вот такой вот. Парализованный. Но Бог дал ему возможность. У него плечевой сустав один работал. Он иконы писал, по всему миру разошлись. И мы были с ним близкие-близкие. Вот если бы вы это тут увидели, тут увидели бы, как его сейчас о нем ролики стоят, наши беседы. А он ростом 1,90 м. И куда он пошел? Он говорит, меня Бог положил. И теперь у него такие таланты открылись. А там знал гулять, женщины, выпивка. Бог положил. И Бог знает, что немцу дать, что русским. Нам нельзя этого решать. Но мы в Германии имеем друзей. У меня племянница там. Да. Все равно непонятно. При этом все равно получается немного разнятся теории. Ну, то есть, смотрите, мы должны не противиться злу насилием, то есть мы должны идти в армию, но при этом не воевать. Помогать, все делать, но при этом как бы не убивать, не воевать. Но, с другой стороны, если мы не ругаем власть и прочее, мы должны ей полностью подчиняться. И если власти нам скажут идти убивать, мы должны пойти убивать. Нет, только в том подчиняемся, что не противоречит написанному в Библии. Вот это сразу запомните. Мы подчиняемся. В Библии вполне себе написано, что за свою семью нужно стоять, разве нет? Знаете, говорят, как давайте маленько вперед посмотрим. Гитлер пришел, что делать? Он не родился бы. В эту ночь Алоис даже не защищал бы, и мать его не защищала бы. У Бога в судьбах все это прописано. Раз мы не слушали, раскулачивали в России людей, коллективизация, слой за слоем, дворянство, офицерство, священство вырезали. И Бог послал Гитлера, вырастил. А когда стали, церкви открыли в 43-м году, и в 43-м году перелом в войне начался от Курской битвы. Вы маленько дальше смотрите, у Бога план. У Бога все зарежиссировано, как по-русски выразиться так. И поэтому мы должны смиренно принимать и благодарить Бога. Я был в Германии не один раз. Хорошие люди, дисциплинированные, но почти Бога не знают. Хорошо, последний вопрос можно? Да, конечно, пожалуйста. Так, смотрите, все, что создано на земле, создано Господом Богом. Подождите, почитаем. Все, что на земле, создано Господом Богом. Да, видимое. Да. То есть от людей до растений, деревьев, да, и так далее. Да. То есть Господь создал соцветие марихуаны. Создал что? Создал марихуану, да? Вы имеете это? Имеете? Ну да, все, что есть, все создал Господь. Табак, марихуану, хочет... все создал Бог. Но он не хочет, чтобы мы ее употребляли. Ну это другое применение. Допустим, табак курят, а табак в мелком, он протравливает, чтобы насекомые не заводились. Парша, овечек, шерсть спасти. А человек стал себя вовнутрь гонять. Нож есть, да, нож есть. Ну, можно, говорит, резать-то что-то, хлеб, и можно зарезать. И Господь говорит, мне на ум не приходило, что вы делаете. А знаете, пшеница, из пшеницы водку гонят, тогда что, пшеница не нужна? Это безумие. Как Господь говорит, что ему на ум не приходило, что мы делаем, если вы говорите, что у него на каждого свои планы? Но это Господь, знаете, слово такое, антропоморфизм. Бог отчеловечивает себя, чтобы нам понятнее было. Мы знаем, что восхода солнца нету, захода, а есть поворот земли. Однако даже астрономы пишут восход и заход, чтобы понятно было. Господь говорит, простру сапог мой ней дома. За что Бог в сапогах ходит? Это показывает ничтожность самого государства. Бог давнул, как мураша. И поэтому мы должны согласиться. Бог всемогущ. Я вот был в каких опасностях. Ни один человек бы не вышел оттуда. Меня Бог вывел. Я живой. Мне 80 лет. Я свидетельствую, что... Если Бог всемогущ, то Он может создать камень, который Он не может поднять. Я это знаю. Бог не творит то, что вредное. Значит, говорят, а Бог всемогущий все может. Сказать можно, но не все. Вот по пальцам загибайте, что Бог не может делать. Он не может солгать. Он не может. Это вне его компетенции. Он не может отречься от сказанного слова.
написано послание к римлянам, к евреям. И всякие глупости придумывать. Один взял воробья живого вот так за спину. И вот скажи, живой воробей, отгадаешь, я буду верить. Ну, думает, скажет, живой. Он ему голову оторвал и показал. А если не живой, он его отпустит, полетит. Он говорит, вот так твоей душой дьявол играет ты сейчас. Надо знать ему, что сказать. Ну, зачем это? Камень такой. Зачем он тебе камень-то нужен? Камень, который мешает к Богу прийти. Это сатана его положил. Бог сделал камни, горы. Как албанцы говорят, если бы наши горы разгладить, целая Европа была бы. Бог дивно мудрый. Одно... Спасибо вам большое. 10 нервных клеток выполняют работу сегодня, говорит. Ну, раньше электронные лампы. 10-этажное здание. Это премудрость Божия. Сколько 700 тысяч колбочек в глазу. Почему не в перевернутом состоянии видим, по сей день не знают. Почему шмель летает? Любой, кто изучает летное дело, скажет, крылья маленькие, тело большое, он не может поднять себя, он свободно летает. Это загадки, которые не разгаданы. Это Луарье все занимались. Ладно, все, спасибо большое. Всего хорошего вам. Я наконец получил. Вы на наши ресурсы заходите и можете по скайпу зайти. Здесь. Игнатий Лапкин. Да, Игнатий Лапкин. А это наши ресурсы, так называется, во свете Библии, открытым оком. Угу. Там хорошо. Все абсолютно увидите, как деревню строим, как я в университетах веду занятия, как мы миссионерскую поездку в 6 мусульманских республиках были. У нас